Сегодня у нас прекрасный вечер. Потанцевали, приходили у нас гости. Сегодня праздник, день Петра и Февронии, день влюбленных. Поели вот такой очень-очень вкусный торт. Такой классный, вообще непередаваемый. Я делала пирог. Пирог почти весь съели. Завтра придет подружка. Хочу взять ей кусочек. В Нахабино поеду. Отвезу, угощу ее. И кусочек торта. А гости принесли еще фрукты. Вкусные такие. Мы почти все съели. Урюк, черешня, вкусняшка. Жалко, вечер заканчивается. Уже сегодня 9:30. На улице, конечно, холодина. Плюс 13 градусов. Говорят, что сегодня самый холодный летний день за все 90 лет. Конечно, никогда такого лета не было. Тишина. Завтра хочу первый раз поехать на своей машине сама. Гена, конечно, боится. Но когда-то надо начинать. Все-таки хочу попробовать. Сама с Артуром поеду в Нахабино. Надеюсь, все будет хорошо. А это моя фотография. Снимаем фокус. Снимаем фокус. Да. Артур, какую куда поставить, говори. А что? Ну, ты хочешь где-то, чтобы было два сахара? Вот этот сахар куда поставить? Вот смотри, чтоб я вот этот сахар поставил сюда. Не держи. И поставил, он прошел. Он застрял, что ли, да? Стол чуть-чуть у вас импортный, да? Да. Он плохо проходит через этот стол, он качественный. Да? Да. И как ты сделал, как ты просил, я сделал. Ничего себе! Через стол прошел. Вам понравился? Да. Вот так вот. Молодец, дядя Олег. Да. Какой дядя Олег хитрый. Наш друг из Ферганы показывал фокус, я его засняла и вам тоже показала. Он утверждает, что послал его на минуту славы, и в августе его будут показывать. И показывает он не с сахаром, а с арбузами. Так что все будем смотреть. Вдруг он выиграет. А это наша красота, наш фонтанчик. Три поросенка по фэншуй. Здесь льется водичка. На этом заканчиваем. Всем хорошего вечера и хороших выходных. Подписывайтесь на мой канал. Пока!